Имя сегодняшнего героя программы «Зная наших» настолько известно, что произносить его с приставкой «криворожанин» – невероятная гордость. Оно и вправду гремит по всему миру. Для настоящих ценителей балетного искусства «Кривой Рог» – это прежде всего родина выдающегося танцовщика, талантливого хореографа, звезды мирового уровня Владимира Малахова. Владимир Малахов – балетмейстер с мировым именем, мастер классики и представитель модерна. Благодаря уникальным данным и феноменальной пластике признан одним из лучших танцовщиков своего поколения. Свои первые детские па исполнял в Криворожском ДК металлургов. Позже окончил знаменитое хореографическое училище в Москве. Головокружительная карьера артиста началась в труппе под руководством Натальи Касаткиной и Владимира Васильева. Классическая школа русского балета стала надежным трамплином. В 1991 он эмигрировал за границу. В роли ведущего солиста танцевал в балете Венской оперы, Национальном балете Канады, Метрополитен опера в Нью-Йорке. Более 10 лет совмещал пост художественного директора, исполнителя главных ролей и постановщика спектаклей в Берлинской штатс-опера. Почетный гражданин Киева, почетный профессор Украинской академии балета, неутомим, разносторонне органичен, по-европейски сдержан и по-украински сентиментален. Столица – Киевское государственное хореографическое училище. Кузница танцевальных талантов страны. Визит Владимира – неординарное событие и для учебного заведения, и для его семьи. Говорят, он никогда не опаздывает. Точность – вежливость балетного короля. Что примечательно, короля с криворожскими корнями. Первая наша встреча была, наверное, 83-м году или 85-м, когда Владимир еще учился в Московской балетной академии. Конечно, сегодня необычный день, и даже сказал бы, сегодня большой праздник, не только для нашего училища. Я считаю, сегодня праздник именно для украинского балета. Всего несколько минут, и мастер уже на сцене. В отличной танцевальной форме и в прекрасном расположении духа. Тайрам, пайрам, пайрам, пам, пам, па. Пайрам, пайрам. На центре пам, пам, пум. Надзвичайна подія для України, а в першу чергу і для нашого училища. Бо наше училище є, ну, найстарішим навчальним закладом професійним, який готує артистів балету. Його ім'я для них – це, ну, сон який, знаєте, як коли не просто зірка. Бо з зірками, випускниками нашого училища, вони спілкуються, вони їх бачать. А це щось, ну, неземне. І майстер-клас, який вони будуть пам'ятати все життя. Встань, открой ногу і... Раз. Стой. Не музыкально, стоп. Говоря о феномене Владимира Малахова, специалисты не стесняются в эпитетах. Его называют гением балетного искусства, богом, гуру, магом. Благодаря редкому сочетанию технического совершенства и лирической выразительности, с легкой руки европейских критиков, он наделен венцом танцовщика столетия и титулом принца из советских. Вопреки тогдашней героизации каноничного атлетико-спартаковского стиля, Малахов возвеличил в мужском танце эстетику, изысканность и лирику. Воспитанный классической русской балетной школы, сумел и покорить, и вдохнуть свежее дыхание в неоклассику и мировой модерн. Быть единственным в своем роде танцующим интендантом, солистом и директором одного из лучших оперных театров в мире, объединить три труппы восточного и западного Берлина и навсегда обеспечить себе статус «Грундунсфатер», отца-основателя берлинского балета. Игрой судьбы и силой трудолюбия, достойного отдельных мемуаров, занять нишу кумира поколения. Сцена его родной дом. Обитель, где комфортно, понятно и тепло. Где каждое движение имеет направление и смысл. А каждая секунда дорога и важна. И тем ценнее каждое слово маэстро. И на сцене, и в живом общении. Приветствуем вас на украинской земле. Как давно были в Украине последний раз? Ну, я был в прошлом году вот на Украине, да, я был у папы на день рождения, да.
Просто из-за того, что я слишком занят, в основном мои родители и мой брат всегда приезжают ко мне. С какими чувствами всегда едете домой, и сейчас непростая ситуация в Украине? С какими чувствами? Ну, с чувствами хорошими, да, с чувствами поддержки, помощи. И мне очень приятно, что я приехал сюда, именно вот в Киев, в хореографическое училище, где было много выпускников, чтобы поддержать немножко детей, которых после этой ситуации, что случилось, как-то все поникло, как цветочки такие завявшие. Хочется немножко дать какую-то надежду, дать им какой-то момент любви и искусству. Полетности. Полетности, чтобы опять эти кристаллики засверкали, чтобы опять была улыбка на их лице. События в Украине всколыхнули и потрясли весь мир. Магнетизм родной земли оказался настолько силен, что, отбросив сомнения и отодвинув во времени важные события в собственной биографии, Владимир здесь. Хореограф-постановщик нашумевших интерпретаций знаковой Баядерки, пикантной Золушки, проникновенного Пери и волшебного Стравинского представит на суд украинского зрителя Верди. Бал «Маскарад» на столичной сцене отгремит с его хореографией и, безусловно, при его поддержке. В гостях такой хореограф, ваши дети могут перенять опыт. Владимир охотно делится, он хороший учитель. Понимаете, никто не ожидал, что Владимир приедет в Украину и Киев. А я верю ему до конца, что Владимир приедет. Во-первых, поддержать детей в очень сложное время в Украине. И поддержать детей, и Украину поддержать. Если честно, это не сравнил, потому что у нас не было еще такого опыта никогда. В наше время выпал очень редкий шанс получиться вот такого великого мастера, такого высокого полета. Це його стрибок, звичайно, його вміння перевтілюватись на сцені. Це дійсно, це легенда балету, всесвітня легенда. А як людина, він настільки спокійно, настільки розуміє, що це діти. Він намагається донести весь свою майстерність, весь свій талант передати дітям. Люди, які дивляться на нього, вони бачать і хочуть від нього щось взяти ще. Тому що він такий чоловік, який віддає. Він в собі не тримає це все. Те, що він знає, і те, що він хоче людям дати, він це віддає однозначно. Да. Вона підставляє ножку, встань на пальчик, підставляє ножку, і ти робиш з нею, бачиш, і ставиш. Стой, я тебя поставлю. Сделай, арабы, сделай закрой, сделай вот этот. Да? Вот делай. Вот я тебе раз, поставил. Видишь, я тебя поворачиваю. Для меня посмотреть, в какой стадии находится хореографический материал, которым танцовщики владеют. Прощупать, чтобы они почувствовали стиль, чтобы они почувствовали хореографию. Хореография не тяжелая, но все равно это для них новое. Да? Все-таки это школа, нужно не забывать. Давать какие-то поблажки именно им в этот момент. И, конечно, хочется, чтобы это было все хорошо. Это его метод такой, знаете, ненасильственной борьбы такой с детьми. Авторитет, конечно, играет большую роль, но и его и умение к этому подойти, к детям, понимаете? Ну и, наверное, потому склад характера тоже. Характер-то характером, а подойти к детям с такой манерой любви, что ли, к ним, знаете, что вот вы сделаете все равно, как это ни трудно. Я помогу вам так, чтобы вы сделали это. Такая философия его репетиции. Длительные, изнурительные репетиции изо дня в день, из года в год. Бесконечные классы, растяжки, этюды, арабески, круазе, плие. Балет – это совершенство через боль.
Своего рода жертва во имя красоты и элегантности искусства. Полет длиной в жизнь. Малахова считают счастливчиком, ведь в балете он перетанцевал всех принцев, блестяще воплотил все, о чем только может мечтать артист. Адам в балете «Сотворение мира», Ромео и Меркуцио в «Ромео и Джульетте», принц Зигфрид в «Лебедином озере», Арман в «Даме с камелиями», Щелкунчик Чайковского и даже сам Петр Ильич, любимый композитор. Образы по-хорошему сумасшедших романтиков, особенное амплуа танцора. Он мастерски доносит до зрителя всю поэзию и эмоциональность истории, сказки, которую играет. Кружил на сцене Сашу Вальс, Диану Вишневу, Полину Симеонову и многих других прем современного балета по всему миру. Россия, Австрия, Канада, Америка, Германия, Япония, где бы и с кем ни выступал Владимир, в зале всегда незримо или лично присутствует главная женщина его жизни. Та, которую величают терпсихоры Малахова и хранительница его удивительного дара. Танцовщик выходит на сцену полуобнаженным. Первые позы, движения, паузы еще, кажется, ничего не предвещают. Затем свет гаснет, и мы видим Малахова только в мгновение вспышек света, подобным вспышкам молнии или фотоаппарата. И в этих бликах публика видит летящего Малахова. И под конец последняя серия прыжков, когда танцовщик взмывает вверх по вертикальной прямой, всего артист делает 110 прыжков. Гений – это чудо, а чудо неповторимо. Никогда не будет второго Нуриева, никогда не было и не будет второго Малахова. Лена Владимировна, вот в журнале только что прочитали, назвали вас терпсихорой, и много говорят о том вашем, ну, серьезном для матери тогда шаге отпустить, скажем так. Я тоже мать, я понимаю, что трудно, и насколько трудно, это вопрос, наверное, неправильный. Но как решились? Вот как нашли в себе силы? А потому что это моя несбывшаяся мечта, которая была воплощена в сыне. И даже он был у меня в утробе, в смысле, я ходила беременная, а занималась и художественной гимнастикой, и выступала как раз по программе мастеров. Мне уже было около 3 месяцев беременности, а я вместе с ним это. И, наверное, вот эти все вещи, они передаются и тому будущему ребенку. Годик он у меня прыгал, и в 3 годика говорил, я буду баралина. Гарантии успеха и быть не могло, а вот вера и любовь были. Все началось с народных танцев в Кривом Роге. Заметив Гутаперчевого, как позже будут часто называть Вову мальчика, перевели в дворец культуры металлургов, балетный класс Таисии Павловны Паршиной. Ей было суждено стать самой первой путеводной звездой малыша с уникальными пропорциями тела. Через 6 лет возможности своего необычайно гибкого тела мальчик открывал уже у станка Московского балетного училища. То, что Володе попался Пестов Петр Антонович, это судьба ему подарила от Бога. И Гордеев, и Годунов его, и Цицкоридзе, и Ратманский, и Бурлака, и Малахов. Вот. Все это его ученики. В детстве редко видели, потому что он так получилось, что в раннем возрасте уехал в Москву. И практически приезжал только на каникулы, или мы ездили в Москву. Тогда были сложности у нас немножко. Расстояния большие, Советский Союз, финансовое положение семейное тяжелое, как бы. Но, тем не менее, старались. 10 лет вы вели уже самостоятельную взрослую жизнь, один, в другом городе, в другой стране. Насколько это помогло вам в вашей взрослой жизни, в том числе совмещать удачно амплуа артиста и директора? Ну, было, в 10-летнем возрасте было тяжело. Я все время, конечно, скучал по родному дому, по семье. Хотелось, конечно, быстренько приехать. А потом как-то год с годом все это нормализовалось. И мне, наоборот, хотелось больше находиться в Москве,
учиться, быть со своими друзьями. И фактически мое детство прошло очень быстро в Кривом Роге. Писал: «Мама, я плачу и рыдаю. Мне снятся страшные сны. Я не дождусь той минуты, когда снова вернусь на родину». Как мотивировали его, что у тебя есть цель достигнуть чего-то? Или как помогали? Я ему всегда писала, значит, от простого к сложному можно прийти только трудом. И это было у нас в каждом письме. Это, думаю, так, сегодня он его не прочтет, завтра, может быть, мимолетно прочтет. На третий раз он на эту фразу обратит внимание. Владимир показывает лишний раз, что каждый день необходимо своим трудом доказывать, показывать и подтверждать, что ты есть, что ты еще нужен. Это наша семейная гордость. Наглядный пример для подражания для моих подрастающих детей. Одна из самых удивительных программ о вас, авторство Ольги Николаевны Чистяковой, такой телевизионный бриллиант, посвященный вашей звездной личности. И очень много интересного в ней рассказывают ваши учителя. Особо отмечают вашу пунктуальность, вашу аккуратность, дисциплинированность. Всегда были правильным мальчиком, хорошим мальчиком. Какие родители, такой и ребенок, потому что у меня действительно очень хорошие родители, которые действительно дали мне это воспитание, привили во мне эту пунктуальность, это желание добиться чего-то. Ну а с другой стороны, они никогда мне не запрещали ничего. Они наоборот приветствовали то, что... Даже тот момент, когда я решил остаться на Западе, моя мама сказала: делай, что лучше для твоей карьеры. Да, вы понимаете, не было такой границы. И наоборот, хорошо, у меня потрясающий брат, у которого потрясающие племянники, которые действительно тоже, у них есть талант, и один из них очень успешный теннисист, который действительно тоже Владимир Малахов. Я очень рад, что вот тезка продолжение следует. Не только в искусстве, но и в спорте. И надеюсь, что тоже будет, чтобы не сглазить, успехи. У меня сейчас очень много нагрузки. На прошлой неделе был в Берлине первый европейский балетный приз «Тальони», где тоже было много гостей, много номинаций. И за две недели до того, как этого приза, я был еще тоже на Кубе. Фонд Малахова сделал такой гран-при Владимира Малахова, который будет осуществляться в латиноамериканских странах. Ежегодно, да, тоже как бы помощь танцовщикам, потому что действительно после этого, после Кубы, когда я приехал, у меня просто были слезы на глазах. Я даже не ожидал, что будет такое количество конкурсантов. Сильное впечатление, потрясающая хореография. И как-то хочется немножко поддержать тоже и морально, и материально этих танцовщиков, которые действительно нуждаются в помощи. Так же, как вот и дети здесь украинские, да. Can you front one? First. Flex. Stretch. Demirond. Second plie. Second. Can you one? Жизнь балетмейстера насыщена событиями и разноплановыми жизненными ролями. Он поддерживает юные таланты по всему миру. С удовольствием отдается кино и фотоискусству. Позирует для художественной фотографии. Представляет собственную линию балетной одежды. Он гражданин Австрии, обитает в Вене и Берлине. Любит побыть в квартире на Бродвее, но в общем он космополит. И дом артиста там, где он танцует. And pour the bra up. Но я уже ушел из Берлина, переезжаю в Японию. Как бы все-таки японцы, все-таки японцы меня затащили, все-таки меня перетащили. И, ну, любят они вас, говорят. Очень. Меня любит японская публика, тем более с Токио Балет я работаю уже 20 лет.
В этом году они отмечали свое 50-летие, а я отмечал свое 20-летие с этой труппой. И был очень рад, что действительно меня пригласили как танцовщик, который действительно танцевал с ними очень много-много-много и везде. Когда Владимир танцует в Японии, билет за полгода купить нельзя. Он не просто как артист, он как его принимает в Японии как кинозвезду. Зрители благодарные. Вот. Несколько тысяч человек сидит в зале, и вы слышите, как может муха пролететь, вот настолько тишина. Даже боятся собственного дыхания. Вот настолько они тонко понимают балет. Такие восторженные люди. У них мама – это вообще… Они боготворят маму вот настолько. И они мне там говорили «Браво, мама!», а потом «Браво, Володя!». А впрочем, «Браво, мама!» говорят не только в Японии. О кулинарной магии и, в частности, волшебных пирожках Елены Владимировны теперь ходят легенды по всему земному шару. Накормить и удивить коллег и друзей сына – дело материнской чести. А для коллективов, сидящих на строгих диетах – оружие массового поражения. American Ballet ел пирожки, Венская опера ела, Штутгартский балет ел, Токио балет ел, все ели, даже мастер-класс был в Токио. Несмотря на громкие титулы и статус небожителя, Владимир простой в общении и с легкостью покоряет горизонты вне балета. Ловит рыбу, любит кошек, воспитывает собаку, коллекционирует балетные фигурки, керамику, антикварные сервизы, ценит моменты безвременья и свои порядки в холостяцком жилище. И хотя человек, рожденный в ночь на 7 января, всегда с улыбкой говорит о некой Божьей отметине и предсказанном прабабушкой, особом пути до конца не отрицает. Родиться в православное Рождество и с первых шагов попасть в свою профессию – предназначение особое. Когда еще учился в училище, он 2 часа сидел возле клетки на ВДНХ, клетка с жар-птицей, и хотел, чтобы она выбросила перо. Дождался. Вас называют мастером нюансов на сцене. Где черпаете эти самые нюансы? Вы понимаете, я же не компьютер, который выдает одну и ту же программу. Вот мама сделала пирожки, вот я получил эту энергию, да, и пошел танцевать. Да, вот от этого вдохновения, которое она вложила в эти пирожки, и получается другой спектакль. Или я разговариваю с кем-то, или позвонил брату, и он говорит, я к тебе приеду. О, еще один момент хороший, значит, тоже какой-то. Все зависит, как ты, от погоды, от природы, от настроения, от ситуации, что ты ел, как ты встал, с кем общался, какие проблемы. Ты нормальный человек, и один спектакль может быть потрясающим, другой может быть нормальным, а третий может быть гениальным. А четвертый может быть плохим для самого себя, потому что я очень самокритичен к самому к себе. Работа над собой не прекращается. Никогда в жизни. Он всегда мечтал танцевать так же чисто, как поет Мария Каллас. Мечты имеют особенность сбываться. Я всегда говорю, скажите, пожалуйста, что было плохо. Я не хочу слышать, что было хорошо, скажите, что было плохо. В балете нет ничего невозможного для вас на сегодняшний день? У меня была потрясающая карьера как танцовщика. Я танцевал везде, на всех сценах мира. И не могу жаловаться, что у меня так все плохо прошло. Конечно, были какие-то идеи, которые не осуществились, но я думаю, что они осуществятся в скором будущем. Возможно, в молодом поколении. Может быть, да. Но я просто есть какие-то у меня идеи, которые... Хочется, чтобы это случилось, но я не могу вам пока это сказать. Если я вам скажу, они не сбудутся. Вот и все. Суеверный человек. Конечно, очень. Тем более мы артисты, мы очень суеверные. Иголку из рук руки не передавать, нож положить,
Да, в глаза посмотреть. Спасибо вам большое, и мы желаем, чтобы все приметы работали, и чтобы всегда успех сопутствовал вам. Я желаю всем, всем криворожанам хорошего здоровья, и очень рад, что меня никогда не забывают. Это был Владимир Малахов в программе «Знай наших».